короче, небольшой обзор. Я вот так вот теплицу делаю, мне крепления не хватило, низ полностью весь соединила, а верх нет. Это, короче, у меня астры. Фигня какая-то. Это. Я их немножко землей подсыпала. Тут салатик, лучок. И вот бархатцы. Ты все хотела посадить. Никак не можешь принести. Вот тут у меня два вида. Они тоже зашли, но я их присыпала землей, потому что прям на поверхности семена были. Это я два вида ромашки в том году выращивала. Они нынче должны цвести. Они многолетники, но я пока их не буду пересаживать в клумбу. Вот еще два вида бархатцев. Это все редиска. И астры. Тоже землей немножко, видишь, присыпала. А то они прям на глазах сегодня лезут, ползут. Это тоже редиска с укропом вместе. Тут немножко салата. А это я посадила капусту. Вот, считай, в воскресенье я посадила. Но я пленкой укрывала. Сегодня еще на ночь укрою. Потом не буду укрывать. Вот. Сделала, короче, таким образом. Тут еще инструменты. Для чего-то у меня... Ну, короче, не доделано, но так вот.